Эй, я кое-что нашел в игре. Зацените, что в кроссауте есть. Машинки, которые можно протест-драйвить. И в них есть такая великая вещь, как ракетница. Ну, сперва, конечно, из дрободана сюда, ну да, чтобы понять. Дрободан не очень, но вот ракетница, посмотрите. Правда, ракеты, походу, из одной точки летят почему-то. Ну-ка, сейчас он перезарядится, ботов добавим. Вот, смотрите. А, он выбирает ближайшую цель и сводится на нее, по ходу дела. И он куда-то едет. Пиу-пиу-пиу. И красота. Просто за ним летят, смотрите. Я не хочу уклониться, можно? Смотрите, они за ним летят. Уклонился. Сволочь. Ну ладно, мы этого убьем. А это оценка, так сказать, ракетной мощи. Черт возьми. Я боюсь уже играть на больших уровнях. Дрободан-то классный. Блин, он ко мне в гараж въехал, вы понимаете? Тест-драйв, он в гараж мой вошел. На тебе, ракетами. Понятно, лучше, чтобы враг не двигался. Представляете, какой красивый грузовичок. Просто шикарный, да? Вот так вот. А так его только так рассмотреть можно, да? Кошмары какой. Не, ну круто, круто. Тут носорожки всякие есть. Вообще, вообще, бугай. Кстати говоря, а мне вот интересно, а есть у этих машинки с бумстиками, ребята, машины с бумстиками? Нет, дайте кому-нибудь еще рубак, да это же орки, покрас в красный, чтобы быстрее ехало, вот они кто. Да, ВАК, вы посмотрите машину, которая называется ВАК, ну, скажите мне, ну разве это не орки, а? Так, тут есть ускорители. Уах! Пух, блядь, ёбаный в рот. Слушайте, это орки. Ты дробовик, что ли? Так, у нас есть циркулярная пила. Где она? Как ее достать? Вот смотрите, нарисована циркулярка. Я ее, правда, не вижу. А, давайте-ка еще раз. Уах! А, блядь, колесо оторвало. И циркулярка оторвалась вместе с ней. Понятно. Так. Не, ну, ВАК, что я могу сказать, это орк. Бумстики, вот это кровопийца скорострел. Вдохлеб. Но у него бочек нет, чтобы вдохлебить. Ты чё, он не собирает топливо явно. Так, кровопийца, давайте кровопийцу испытаем. У меня только дробовики, колесики на шипах. Не, ну слушайте, круто, смотрите. А-а-а, нихера не наносит. Хотя не, вроде что-то наносило, пока не выстрелит. Ну-ка, погодите. А, слушай, это моя машинка. Кстати, я на ней испытание веду. Да, ее на ваке хуй завалишь. Видите, вак не может взять ее. Не выцарапывает, так сказать, колеса. Не в силах. Зато смотрите, какой, насколько он стабилен, да? Колеса уже сколько потерял, а срать. А зрать все еще катает. Правда, вот терм повернуть не может, вроде как. Хотя нет, он крутится. У меня тут БК лежит. Надо в БК выйти. Тихо, на БК проверить. Как будет взрываться БК? Фу, какой страшный взрыв. Ну ладно. Так, рубак, вак. Я понял, да? Это орки. Покрас красный едет хорошо. Ускорителя нету. Копье судьбы. Вах, блядь, сам себе. Блин, ну-ка, а если... да, блин, чё... А, черт, все потыкал. Да нет, эскейпы слишком далеко выводят. Давайте мы попробуем не на разгоне, а медленно коснуться. Насколько хорошо бомбанет, так сказать. Эха, аккуратненько. Аккуратно. Надо с ручником ехать. Сейчас мы коснемся. Мы взорвемся, интересно, от этого. Да, мы сами себя дамажим. Смотрите, сами себя. Правда, я его убил, но сами себя мы задамажили. То есть, если в кабину целиться, то можно как следует шатануть. Да, у нас оторвали вот эти рамы. Рубак. В рубака вообще вплотную, да, бомба? То есть, смотрите, он когда касается, он сам себя уничтожает. Слушайте, у него 8-цилиндровый? Да, 8-цилиндровый двиг. Не, ну, без двигателя то, что машинки некоторые ездят, это бред, конечно, да. Я бы согласился, если бы все машины с двигателями ездили. Но в остальном, вроде как... Да, вот такая пушка. Ладно, давайте медленно подойдем, да? Медленно. Чуть-чуть еще помедленнее. Такой топ. И сами себя, блядь. Сами себя, ну. Зато двигатель теперь видно. Видно то, что он не вращается, по ходу дела. Какая мерзость.
Двигатель должен вращаться. Это же, черт возьми, восьмицилиндровка с, как его там, с воздухозаборником сверху, блядь, еще усилителем. Я забыл все эти детали уже, давно не копошусь вообще в двигателе. Но то, что это восьмицилиндровка с дополнительным, да, то, что усилителем, это факт. Ладно, не, ну круто, круто, слушайте, ваки. Вот эти... Во, здесь вообще написано 8 снарядов на ракетнице, да, но у нее 10 дырок. Мне вот интересно, каким это акаром 8 снарядов в 10 дырках. Вообще должно быть здесь 10 снарядов и все. По ходу дела она не наводяшка, да, то есть нужно попасть. Что это? Что это вылетело из тебя? Это ракеты вообще были? Рачина, ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять. 5 ракеток вылетело. Осталось еще 12. Выпускает он по 4, заметьте, да? Один залп. Один залп выпускает сколько там ракет. Не могу посчитать. Считать не умею. Все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я не знаю, ракеты вообще имеют число. Какое-то стабильное. Слушайте, бензопилы. Бензопила дружба. Дружба! Давай дружить. Ну-ка, как она, интересно, пилит? Нихуя себе, читарство. Чё это за нахуй? Это чё, вам пила меч, что ли, из Вархаммера? Оно так не пилит, блядь. Она медленно двигается. Пусть уж тогда пилит нормально. Чё это за нахер? Машинка разбирает. Смотрите. Тут ракетница не нужна. Посмотрите, чё это? Заметьте, как искры сыпятся, да? Они сыпятся сильнее, то есть... Пила меч должен работать нормально, что это? Как-то хреново. Но дружь бы та еще. Слушайте, гудок есть. Эй, огоните мне! А круто, да, прекрасно. Варк, блядь, орки. Ну, ракет 6 вылетает, да? Но у нее 10 дырок. Для чего остальные-то? И анимации дымки сзади нету, да? Сейчас на перезарез попытаемся посчитать взрывы. Раз, два, три, четыре, пять. 5 ракет вышло. Опять других типа заряжаются в момент выстрела других 5, да? Понятно. Не, ну тогда немного логично. Слушайте, орки, блядь, ваки всякие. Чёрт, а где сланиш? Почему здесь нет поклонников сланиш? Почему только орки? Кошмар какой. Хотя в постапокалипсисе сланиш это как-то стрёмно будет, да. Ладно, соглашусь, но пила дружба как-то пилит хреново. То есть, анимация у них хуевенькая. По моему мнению, не знаю, как вам, ребят, но анимация у них хреновая. Что тут еще есть? Ну, у этих-то вроде ничего интересного больше не осталось, да? С китайцев я вообще не знаю машину у них. И как они выглядят. Бля, какая-то хуйтень. Что это, блядь? Миниган, слушайте, а давайте испытаем. Раскручивается. Вот это я называю монстр. Он сам себе стрелять может в голову, так сказать. Я всю мою жизнь с говно развернул пулемет и убил себя. Не, ну слушайте, неплохая такая штука. Только что-то, блядь, как-то стреляет хреново, не как миниган. Миниган не должен так медленно останавливать, быстро останавливаться, если быть точным. Да, смотрите. Греется сильно. Не-не-не, это же с Апачи. Похоже на апачевскую. Пушку. Ну не апачевский. Апачи, по-моему, три торстолка. И она там такой, блядь, выпускает. Там не то, что человека, там танк расшивает почти. Вот это маленький пулемет. Ну-ка, маленький пулемет. Он маленький пулемет стреляет дольше, но тоже греется. Странно, неужели зачем это на двигатель? Как он вообще с двигателем управляется? Странно как-то, ладно. У исследователей хреновый такой дрободан маленький. Вот это двухствольный пулемет мне тоже интересен. Слушайте, вот этого двухстволка, посмотрите, как круто, а. Просто ту-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 ту. Просто терроризм. Слушайте, вот эта пушка продуманная. ПВО? Не ПВО же ведь. ПВО. ПВО, интересно, тут вертолеты будут потом или нет? Смотрите, как дрободанит мою машинку. Это говорит о том, что она говененькая. И остывает быстро. Если остановиться в стрельбе, остывает, по ходу дела, быстрее. А, смотрите, как ее разобрало. И все, да? Вот он перегрелся, смотрим. Смотрите, мигает и остыл. Не, остывает так же быстро. Жесть, слушайте.
Слушайте, вот эта пушка, это вообще дисбаланс, по моему мнению. Ладно, так, что тут есть? Есть, ну, херновенький пилигримчик и следопыт. Тоже херновенький. Ну, вот у меня, как видите, кабина как раз такая, потому что я брал как раз их фракции. Ну, потому что она самая дешевая. Не судите меня. Вот громада, вот носорог. Че, у шатунов всякая фигня, да, бугай. Хотя они подошли бы больше подорков, но бумстики все-таки у тех, так что да. И канализационные люки, милота. Ну-ка, давайте-ка попробуем затаранить, да, он вроде как, да, крупный. Зверь. Какой он медленный. Интересно, тут масса рассчитывается, когда вот я вот сейчас... Сейчас вот я на своем, да, большом таком кузове. Вориге, так сказать. Ворик. Пум, въеду на него, и он поедет, да, он не может. Был бы, я бы еще бы ручник бы зажал, но ручник, походу, дело не зажать. Сергей, да? Непонятно, кто получил урон-то, я или он, когда я в него ударился. Ну ладно, так, смотрите, дрободан, да, дрободан целится в задницу быка. Пух. БК остался целым, как интересно. А ракеты я могу навести куда-нибудь? Лол, лакеты, так сказать, вплотную не работают. Вот за говно какое, а? Слушайте, им еще попасть надо, оказывается. То есть вот дрободановские ракеты, это типа он на дистанцию, да, должен стоять. На какую, интересно? Вот на такую? Да, на такой. То есть если враг подойдет ко мне вплотную и начнет меня чпокать, а у меня тут ни дружбы, ни надежды, так сказать, сзади не стоит, зато радар какой большой, то меня оприходует. Пух-то вниз не опускается, да? Да, не опускается. То есть я должен быть охраняем. А взводы здесь всего, да, два человека пока что стоит. Ребят, так что если вы вдруг пати захотите делать, то только с одним другом. Двух вы не переведете. Гавайский штурвал не устроите. Жизнь не настолько хороша. Вот тут есть маленькие ракетницы, да, смотрите. Давайте их испытаем. Как близко им надо стоять? Блин, как он стрёмный, а. Ну ладно. Бог с ним. Чё мне? Чего не претензировать? Игра 0.2 версии. И тем более это свои можно собрать. О, вот это было круто. Так, ну это правда я не рассмотрел, да? А, он все делает, он выстреливает из пушки. Нечестно. Вот, оп, ракетки вышли. Ну-ка, давайте-ка теперь вплотную попробуем, да, запустить их. Попадут они четко, если вот так вот низко стоит. А, не навел. Черт! Я не навел! Далеко летят, слушайте. Вы далеко? Нет, недалеко, ладно. Так он, да? Одна черка. Странно, наводка же стоит. Че вы не полетели в него? А ну-ка. Вот так вот. Пух. Одна свернула, другая нет. Как понимать? Причем сворачивает левая пушка, блядь. Левая ракета. То есть это не проблема в том, что я прицел отвожу. Давайте вот так сделаем, да? А может и... Что за фигня? Ну-ка, давайте-ка вот так. Вот так вот тогда. Хорошо. Странности наводки меня не волнуют. О, попали. То есть вплотную он вроде как может попадать. А если вот так вот сделать? Прям вот, смотрите, я почти вплотную, да? А они прям перед ним взрываются и все, чё им? Чё им, да? Или это моя пушка сносит их? Ну-ка. Нет, ракеты сами попадают. Не, ну отлично, да? Так сказать, разнообразие машинок достаточно классно. Так еще и вахи плюс. Это вообще вах. Назвали машину, не знаю. Games Workshop не пристанет с названиями. Брум-брум-брум. Ну, да, детка, это круто. Одним словом. Эти, конечно, не ахти какие-то поцики. Но у них миниганчики. Крупнокалиберный. Таких 5-6 поставить миниганов. Вообще круто будет. Круто. По моему мнению, классно. У всех свои есть писюны. Я пока не могу присосаться. Мне тут чуть-чуть осталось. Но меня немного бомбит там с людьми играть. Там просто пришел момент, когда люди... Ох, розовая машинка. Пурпурный туман. Похож на обман. Да. И вот эти мужики, конечно, не тащат. Потому что что-то у них здесь не поставлено. Вот эти вот дрободанчики, которые у них здесь... А где они? Вот здесь вот собираются, да? Ну, дрободан. Почему не поставить? Орковский дрободан. Потому что, видите, вот эта вот покраска, да? Вот этот вот стиль. Он как у орков очень-очень похож. То есть... У меня, наверное, здесь легче даже разглядеть.
А здесь не такие. Заметьте, здесь дрободаны не такие. Они не такие. Они не те. Я должен собрать дрободан, а у меня нету. Интересно, а чем он круче? Вот это ж сколько? 76, а это 88. А, разница дрободанская. Урон выше. Урон. Такой же, по-моему, 16 штук. А здесь, может быть, запас выше? 10. Что? Зачем мне это собирать? У них патронов-то меньше. Дальность выше. Дальность выше? Вы что, калибром дальности измеряете? Скорострельность ниже. А урон? А урон? А урон такой же или ниже? Нет, по чуть побольше. Да, чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, а патроны-то куда вы дели? Шу, вот коробочка. Патроны, да. А вот на машине, да господи. Так не посмотреть. Ну, а тут коробочка меньше. Меньше короб... Ребят, коробочка меньше, патрон становится больше. Как так? Калибр, типа, размер снаряда меньше в коробочке. Ну, я смотрю, дрободан-то вроде такой крупный. И так. Там патронов 5 должно в коробку влазить только. А здесь? А здесь дрободан, да. Ну, патронов хотя бы 10, да, а там 5. Почему там больше? Почему здесь 16? Чем я стреляю? Осколочными, что ли? Бумагой. Сложил ее как самолетик. Ну, я не знаю. Вот это для меня пока непонятно. Эффекты, кстати, ящиков складываются, как мне ребята сказали, да. Вот здесь эффект написано складывается, да. Ну, я не могу зажать, а вот. Эффект складывается, да. А здесь на ящике, да, при патронов не написано. Но люди говорят складывается. Значит, складывается. И тут такой вот небольшой показ машины, короче, прошел. Я не ожидал, что я вообще их найду, увижу. Но ваки-вак меня порадовал. Вак-вак это лучшая машина, которую можно, блин, о которой можно мечтать. Даже дробовики не нужны, просто больше бумстиков напихал. Погнал. Кстати, а бумстик считается... Жрет энергию? Вот мне интересно. Бумстик, да? Давайте посмотрим. Где он тут? Это очень интересно. Он электричество ест? Нет. Значит, бумстиков можно напихать полный пакет. То есть одни бумстики из машины, кабины и колеса, и ускоритель какой-нибудь ракетный, да? И ты погнал, да, вот они, ракетный ускоритель. Включил, значит, и почувствовал себя настоящим морком. Полетел, взорвался. Да, отлично, слушайте, круто, круто. Я постараюсь докачаться как можно быстрее, собрать что-нибудь демоническое. Так что, бывайте, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, не болейте, не скучайте. Всем пока.